Международный женский день – это праздник, который ждут все дамы, независимо от их возраста. Представительницы прекрасного пола, проживающие в Натырбовском пансионате, поздравления получали заранее. В канун Международного женского дня их приехали поздравить глава района Заур Хамирзов и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Мы сегодня приехали с Александром Валентиновичем специально вас поздравить предстоящим праздником, да, Международным женским днем 8 марта. Здоровья, счастья, благополучия всем вам, всем работникам Натырбовского пансионата. Я хочу, чтобы вы знали, что мы всегда рядом, готовы в любое время прийти на помощь. Еще раз разрешите вас поздравить. От себя с праздником, дорогие женщины наши. Здоровья всем, благополучия, долгих лет жизни. Чтобы это действительно день 8 марта всегда был праздничным для вас, для тех, кто рядом с вами, кто вас любит, кто сегодня за вами оказывает вам знаки внимания, ухаживает за вами. Всем здоровья, коллективу тоже здоровья, благополучия. Всем, всех с праздником. Хорошим весенним, хорошим праздником. С выбором подарков гости не ошиблись. Цветы принесли с собой весеннее настроение. Каждая женщина получила красивый букет тюльпанов. К поздравлениям присоединился и директор комплексного центра социального обслуживания населения Сальман Малахов. С наступающим праздником, замечательный женский праздник, значимый, дорогой, как и для вас, так и для нас. Все эти поздравления вам. Также поздравляю своих сотрудниц, те, которые за вами ухаживают и делают вашу жизнь и быт более качественным и радостным. И эти букеты для вас. Девочки, это вам. В этот же день руководство района побывало в гостях у тружеников тыла. Заур Хамирзов вручил юбилейные медали жительницам поселка Майский Раисе Ивановне Ганагиной и Надежде Харвазевне Подолянской. Поблагодарил милых женщин за вклад, который они внесли в дело победы в Великой Отечественной войне, а также поздравил с наступающим женским днем 8 марта. С наступающим 8 марта и 75-летием Великой Победы вручить вам, как труженица тыла, вот эту медаль, удостоверение, здоровья, благополучия, счастья. Спасибо. Спасибо. От души, Райком, еще долгих лет жизни, чтобы мы приходили, поздравляли вас со всеми там хорошими датами. Хотим вас поздравить с наступающим праздником 8 марта. Здоровья, счастья, благополучия. Спасибо вам. И одновременно в этом году великий праздник, 75 лет победы Великой Отечественной войны. И вам, как труженице тыла, вручить вот эту медаль. Еще раз, здоровье самое главное. Спасибо. Благополучия. Наступающий 8 марта и с достойной наградой. Здоровья, долгой жизни. Спасибо, ребята. Хочется поздравить всех женщин района с праздником, пожелать всем мира, добра и благополучия.